Здравствуйте, вы на канале Найтвуф, и с вами Надежда Михайлова. Сегодня я вам решила представить плакат, который нарисовала моя сестра Людмила Михайлова по заказу школы. Сейчас я вас ознакомлю с ним. На первом плане у нас изображение сестра советская, которая спасает бойца, и он отстреливается от фашистов. На этом же плане у нас изображен фашистский флаг, он переломанный и весь валяется в грязи. Далее рассмотрим ежа противотанкового, он весь пылает в огне. Следующий план изображен Т-34, который таранит танк «Пантеру», и из него вылазит фашист, который сдается. На танке нашего советского Т-34 изображен серп и молот, наш флаг. Это все происходит в пылающем огне гор. Советская артиллерия, которая стреляет по фашистским позициям. И также у нас происходит война в небе. Также изображен наш самолет истребитель, и он истребляет фашистский бомбардировщик. И все это. И далее мы рассмотрим солнце, которое выходит из туч войны, символизирующее мир и нашу победу. Ну вот, наше видео подходит к концу. Я вам могу рассказать о каждом плане подробно, но вы можете спросить в комментариях, если вам что-то было непонятное из этого видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Я вас поздравляю всем с Днем Победы, с 9 мая. Всем до свидания.